Нельзя приехать в Брест и не посетить мемориал «Брестская крепость-герой», тем более в эти майские победные дни. А потому гости из столицы начали свою рабочую встречу с возложения цветов к вечному огню цитадели. В год исторической памяти подписание соглашения о сотрудничестве между Минским городским советом депутатов с брестскими коллегами весьма символично, ведь главные цели данного документа – укрепление единства белорусского народа и развитие молодежной политики, в частности, молодежного парламентаризма. Символично, что соглашение подписано именно в Брестской крепости и именно с Брестским регионом. Это первое подобного рода соглашение. Это действительно хороший посыл жителям наших городов в части развития местного самоуправления, в части поддержки гражданских инициатив, в части развития молодежного парламентаризма. Перед нами стоит много вопросов. Но сегодня, подписав это соглашение, мы сможем более оперативно, более качественно решать проблемы жителей Бреста, жителей Минска. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы все вопросы, которые ставятся перед нами, как перед депутатами, были реализованы. Соглашение, подписанное сегодня, это такой хороший прорыв в реализации местного самоуправления. На самом деле очень важно, что это соглашение было подписано на территории именно Брестской крепости и в события, которые включают праздники мая. То есть сегодня, как продолжение наших праздничных побед, еще одна победа на уровне депутатской деятельности. И то, что Брестский регион сегодня первый подписал это соглашение с городом Минска, для нас, брестчан, это тоже очень важно. Мы первые открываем вот это взаимодействие. Взаимодействие направлено на развитие наших регионов, на развитие нашей страны, на развитие наших направлений деятельности. Двум регионам есть чем поделиться друг с другом, обменяться опытом и работать в тесном взаимодействии. У нас много идей, у нас очень много креативных депутатов, у нас очень много предложений от жителей наших городов. Поэтому сейчас мы будем работать более тесно, будут работать наши профильные комиссии, будут работать наши депутаты, рабочие группы. И в очередной раз мы заявляем всем, что белорусский народ – единый народ. Мы планируем подписывать и с другими регионами, но очень символично, что именно в Бресте здесь подписано первое. И первый регион, первое соглашение. Я уверен, что в ближайшее время мы подпишем такие же соглашения со всеми нашими областными советами депутатов. Начало наших действий, соответственно, реализация этих соглашений и будет являться дальнейшим составлением определенных планов направления деятельности, взаимоотношения с депутатским корпусом, ну и, соответственно, конечно, в первую очередь направлены на развитие наших регионов. Документ подписан, дело за его реализацией.